Ай! Сережечка, нашили, тёк! Ого, Сережа, у тебя третий глаз открылся. Что это такое? Что здесь творится? Чё творим, бро, меня зовут Серджио, он если бро, сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Лучшую банду на ютубе, кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей суприм банде. Ведь придёт время, суприм банда будет над всеми. Окей, бро, сегодня у нас непростое видео, именно потому что недавно в обычном интернете, не в даркнете, а в обычном интернете на Pro.ua, это то же самое, что Алиэкспресс, только в Украине, я нашел очень странное зелья. Вы только вдумайтесь, я зашел туда, чтобы найти себе новую кофту, а нашел зелье, которое, казалось бы, должно быть в даркнете, но оно было в обычном доступе в интернет, где мог его купить любой желающий. И вы не поверите, банда, что делает это зелье. Это зелье, банда, позволяет открыть здесь третий глаз, в котором вы можете увидеть все, что происходит вокруг. Демоны, ангелы, призраки, вы все это увидите в нашем мире, потому что этот третий глаз позволяет это видеть. И, естественно, недолго думая, заказал это зелье. И вы не поверите, банда, но оно у меня пришло. Казалось бы, зелье должно прийти очень быстро, но, блин, я ждал целый месяц, как будто его специально под меня варили. Только глядите на пробку. Здесь посередине почему-то белая, здесь уже покрашенная в красный. Это просто жесть. И здесь посмотрите, нарисованы треугольники, иллюминаты. Третий глаз иллюминатов, что и показывает то, что это зелье вроде бы должно открывать здесь третий глаз. И само зелье, посмотрите на него. Оно выглядит жутко, как будто сама кровь красно-темного цвета. На свете все это видно. Господи, это реально жесть, банда. Но перед тем, как его выпить, перед тем, как выпить это жуткое зелье, которое уверено 100%, что оно воняет, мы попробуем сделать кое-что другое. Окей, банда, перед тем, как использовать это зелье, я нашел в интернете и прочитал, как же можно вызвать третий глаз самому. И вы не поверите, банда, я нашел целых 3 способа, которые позволяют открыть где-то здесь третий глаз. Где-то вот здесь должен быть третий глаз. Я думаю, что это какой-то бред, но почему бы нам, банда, вместе с вами это не проверить? Тем более, раз уж нам уже попалось такое зелье, то давайте проверим эти 3 способа. Окей, я, естественно, попробую все 3 способа сравнять в один. Окей, чтобы призвать этот третий глаз, нам нужно вот так вот соединить свои руки. И чтобы указательные пальцы дотрагивались друг друга, и также большие пальцы. Итак, у нас получается чаша. Да, банда, это похоже на чашу из средневековья. Также нам нужно еще будет сесть какую-то позу лотоса. И после чего нам нужно всю нашу энергию, которую у нас есть, перенаправить сюда. Я не знаю, как у нас это получится. Я никогда этого не делал раньше. Я буду сейчас делать это впервые. Если вы вдруг за мной хотите повторить, но попробуем. Давайте вместе с вами, банда. Нам нужно вот так вот сокрестить свои ноги, чтобы они были вот так. После чего мы берем наши руки и делаем вот такую вот чашу. И как-то нам всю энергию со всего тела нужно направить сюда. И еще писала, что нужно здесь. Вот представляю, что якобы я хочу открыть дверь, что вот здесь вот какая-то дверь должна открыться, или же окно. Я не знаю, как представить, что у меня на лбу сейчас открывается дверь. Начинаем. Если честно, мне немного страшно, потому что я никогда этого не делал, я не знаю, что с этого получится. Окей. Третий глаз, откройся. Третий глаз, откройся. Третий глаз, откройся. Блин, капец, третий глаз открылся. О, капец. Сереж, кись. А, что-то было? Да. Я ничего не помню. Да, открывался третий глаз. Офигеть. Неужели у меня получилось? Да. Дай посмотреть на камере. Банда, это просто жесть. Я только что увидел на камере, как у меня здесь открылся третий глаз. Это же просто нечто, банда. Только вдуматься об это реально настоящая мистика. Я вам клянусь, я как будто потерял сознание. Мой дух покинул тело и открылся третий глаз. Я не помню, как будто я что-то видел. Я вообще ничего не помню. А здесь, банда, вы не поверите, я ничего не чувствую. Я могу вот так вот себя бить, и я ничего не чувствую. Как будто эта зона полностью онемела. Я ничего не чувствую. Я могу себя бить бесконечно. Ничего не чувствую. Окей, банда, но это было лишь на несколько секунд. Я даже не помню, как это произошло. Но надеюсь, банда, что с этим зельем я смогу все запомнить, что было. Но черт, банда, это зелье я могу только пить в 3 часа ночи. Не просто в 3 часа, а в 3 часа и 33 минуты. Не раньше минуты, не позже минуты. Только лишь 3:33. Вот так вот, банда, это зелье я должен выпить. Поэтому если я выпью в другое время, оно не будет рабочее. Именно поэтому, банда, мы сейчас вместе с вами ждем ровно 3:33. И будем пить это зелье. Мне кажется, это будет нечто. Погнали, банда! Окей, банда, кое-как мы все-таки достались. Это 3:29. Через 4 минуты мы должны будем уже выпить это зелье. Это просто жесть, банда. Осталось всего лишь 4 минуты. Что ж, банда, погнали пить это самое зелье. Окей, банда, это просто жесть. Каким же трудом нам стоило, чтобы дождаться эти 3 часа 30 минут. Ох, зелье у нас здесь. Окей, пришло время его открывать. Но главное нам не упустить время. Мы его должны выпить в 3:33. Сейчас 3:30. Окей, я открываю зелье на ваших же глазах, банда. Впервые за это время. Это очень странная пробка, которая замотана в скотч. Окей, банда, вот так вот выглядит это зелье, если вы вдруг забыли, так?
Оно воняет, оно очень сильно воняет, ну а понюхай. Да не надо, мне и сюда слышно. Камон, банда, чтобы вы представляли, это зелье воняет по всей комнате. Просто мы взяли по всей комнате, начали его вонять, окей? Ох, как же оно смердит, это просто жесть. Вы не представляете, банда, ну воняет оно таким тухлым трупом, я вам серьезно говорю. Это просто жесть. Окей, банда, что у нас тут на часах? На часах у нас банда 3:31. Осталось всего лишь 2 минуты, как мы должны выпить это зелье. Так мало времени, нужно не потерять это время. Окей, банда, 3:32, всего лишь на минуту осталось того, как я выпью это зелье. На часах все еще 3:32. Остались всего лишь несколько секунд до того времени. Окей, банда, 3:33. Вы не поверите, но уже 33 минуты, что ж, нужно быстрее выпить. Фу! Оно просто жестко невкусное! Господи, посмотрите на руку! Оно воняет и очень невкусное! Черт, вода! Блин, это жесть, банда, на руке остался прям след от этого зелья. Оно жесть, какое горькое, оно реально на вкус, как будто тухлое яйцо. Окей, я пью его. У нас все еще осталось несколько секунд. Надеюсь, я успел. Да, банда, я успел. 3:33, я все же успел. 3:34, есть! Я прям вовремя, банда, окей. Ай! Ай, блин, это больно! Ай! Глаза! Скорая, Сереж, давай себе... Сереж! Глаза, господи! О, как же это болит! Это дрелба, господи, это просто невыносимая боль! Ай! Это жесть, банда, это просто жесть! Ай! Блин, как же это больно, господи! Что делать? Что мне делать, Сереж? Это так болит, это просто жесть! Может, скорую, Сереж? Как будто мозги разрезают, господи! Что мне делать? Это просто жесть! Ай! Сереж, тебя нашили, тёк! Господи, это так! Что мне делать? Ножницы! Господи, это так больно! Сереж, тебе летят все предметы острые! Что делать? Что с тобой, Сереж? Ого, Сереж, у тебя третий глаз открылся. Ты не представляешь. Сзади тебя ангел-хранитель. Что? Ты серьезно? Он пытается тебя спасти. Ты не шутишь, Сереж? Нет. Но еще за тебя демон. Ты... Они дерутся, ангел-хранитель пытается тебя спасти от этого демона. Сереж, не смешно. Я знаю, я все вижу. Оно огромное, у него огромные крылья. Ты не представляешь, как это все выглядит. Это просто жесть. Я никогда раньше такого не видел. Там за дверью, там что-то происходит. Что это такое вообще? Что это такое? Что здесь творится? Блин, капец. Я не знаю. Я как будто вижу демона самого настоящего. Но я ничего не могу сделать, так как будто мой хозяин. Черт, я не знаю, что с этим делать. Нужно, наверное, открыть как-то дверь. О, господи, что? Что это такое вообще? Блин, капец. Это что, был призрак? Сереж, Сереж, ты где? Сереж, ты чего? Что с тобой, Сережа? Сереж, Сереж, что с тобой, Сереж? Эй, Сережа. Черт! О, господи! Ты как? Не знаю. Мне как будто со всей силы ударило по голове. Это так сильно болит, это просто жесть. Господи, банда, вы не представляете, насколько это больно. О, блин, это жесть. Окей, бро. О, не хочу больше никогда этого проверять, но вот здесь прям очень сильно жжет и болит, как будто молотком кто-то бьет. О, блин, банда, это просто жесть, это так сильно болит. Я даже не знаю, что меня сможет успокоить, и еще оно очень сильно жжет. Господи, нужно выпить какой-то обезболивающий. Господи, так больно. Блин, хотя бы холодную чашку приложу. О, хоть немного легче. Окей, блин, если вдруг тебе понравилось это видео, то ты можешь поставить свой царский лайк под это видео. Эй, бро, твой лайк просто самый лучший, он мне очень сильно нужен. Если мы на это видео наберем 10 тысяч лайков, то я закажу еще какое-то зелье из Даркнета. Думаю, это будет очень интересно, банда. А, вроде бы немного уже легче становится. Окей, бро, тоже не забывай, что выступить в мою Суприм банду. Тебе нужно подписаться на мой канал, ведь кто не с нами, тот под нами. А, бро, придет время, и Суприм банда будет над всеми. Ведь мы самая лучшая банда на Ютубе, бандит. Так что, бро, только тебе не хватает в наших рядах. И, бро, вот, комменты из-под прошлого видео. Господи, видите, какие шикарные. Просто идеальнейшие комментарии по традиции, банда. Обнимаю все ваши комментарии, значит, обнимаю и вас. Только о маме не говорите. А, бро, если вдруг ты, именно ты хочешь попасть в следующее видео, то всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик и все, бро. И ты в следующем видео вот такой вот просик, блядь, ко мне видео, лайк, колокол, комменты в следующем видео. Так что, бро, давай, опускайся ниже и делай все это. А, бро, также, а, бро, знаешь что? Так же про мой инстаграм и ВК, где просто выходят шикарнейшие фотографии. И, бро, знаешь что? Оставайся таким шикарным. Пока!